рождения. Он не простой, он юбилей. Давайте мы ее поздравим и пожелаем счастья ей. Годов прошло не так уж много, воды немало утекло. Все эти годы нашей любви жилось, конечно, нелегко. Так пожелаем мы тёть Любе здоровья крепкого навек и оптимизма настроения хотя бы еще на 40 лет. Прожить остаток лет спокойно, внучат и правнука простить, и к нам ходить, будь Божьи с Богом, и деревенских всех любить. Спасибо. Хорошая, радостная песня. Да, ну, если нет, мы еще тогда это споем. Давайте, давайте. Если нет, то никого желающих. Слышь, не могу дотянуться до тебя. Юбилей, юбилей стучит в окно. Собрались все друзья поздравить Любу. Отчего, отчего, отчего так тепло? От того, что в маме батюшки сидим мы. Не беда, не беда, что бегут твои года. Ты представь, что лето к нам опять вернулось. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что нам тетя Люба улыбнулась. Погляди, погляди, погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего душа поет? От того, что с нами рядом тетя Люба. Пора родная и сегодня, и всегда. Ну а главное, конечно, ты добрейшая душа. Пам-пам, па-па-ра-па-пам, 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 па-па-ра-па-пам. И еще тебе желаем быть здоровой навсегда. Пусть Господь благословляет, сохраняет он от зла. Закаляйся, обтирайся утром, вечером и днем. Ну а в нас не сомневайся, мы всегда к тебе прием. Пам-пам, па-па-ра-па-пам, па-па-ра-па-пам. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Bye-bye.